Мелодии родного языка под таким названием прошло мероприятие в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова. На празднике руководители клубов национальных языков декламировали стихи и прозу, а студенты-иностранцы перевели произведения дагестанских поэтов на свои родные языки. Также гости ознакомились с журнально-книжной экспозицией «Мой родной язык». Цель нашего мероприятия – это сохранение и пропаганда родного языка. Но в частности, отдел краеведческой и национальной литературы пропагандирует литературу на языках народов Дагестана. С этой целью при нашей библиотеке в отделе создан клуб национальных языков, в котором действует 7 секций.